академик Российской академии наук спрогнозировал окончание пандемии не ранее лета 2021 года. Люди смогут вернуться к стандартной жизни после пандемии в середине следующего года. Так считает академик, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессор Михаил Пальцев. Если исходить из того, что летом заболеваемость спала, и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона – весна, осень, весна. К лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни, приводит его слова аккаунт. Пальцев напомнил, что исторически все эпидемии вирусов проходили в три волны. Первая достаточно сильная, вторая еще мощнее, третья напротив слабее, так как организм уже научился бороться с инфекцией. В качестве примера можно взять испанку, вирус гриппа. Коллективный иммунитет начинает формироваться тогда, когда переболеет 60% населения, а при достижении 95% вирус погибает. Пальцев подчеркнул, что все это теория, однако подобного мнения придерживаются и практикующие врачи. Специалист добавил, что вирус новый, его нужно изучать и наблюдать за статистикой. Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодня, 26 августа, зафиксировано 23,5 миллиона случаев заражения. Примерно 814 тысяч человек умерли.